Установить дверь за свой счет жители дома химиков 60 решили на общем собрании. До мая они не знали забот. Однако в один прекрасный день все изменилось. Вот пришли новые рабочие, нам, значит, старый замок, дверь сняли, никто и не знал, дверь сняли, и замком вместе все и забрали, мы остались без ничего. Мы зато платили по новой, и за это 1100 заплатили все жильцы. Около месяца жителям пришлось в прямом смысле слова охранять свой подъезд. Только на прошлой неделе в этом доме появились новые подъездные двери. Дверь поставили, не так поставили, старый косяк не убрали. Он гнилой. На это гнилой они забили гвоздь. Вот. На это гнилой. Как он будет держаться? Целый месяц не могут заделать это. Устранить все неполадки и неудобства в управляющей компании обещали в ближайшее время. По плану до августа месяца в этом доме проходит капитальный ремонт. То, что там двери или какой-то... Какие-то вопросы есть, но должны, наверное, сначала приходить в управляющую компанию, эти замечания, для устранения этих замечаний. А по то, что снятые двери были установлены жильцами, эти двери, они у подрядных организаций на базе, вопросов нету, мы можем эти двери обратно вернуть жильцам, если они нужны. Зульфия Галимова, Максим Липин, новости НТР.